Скорые Москвы оснастят портативными УЗИ-аппаратами. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» прямо сейчас. Подробности. Специалист по скорой медицинской помощи столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов на ассамблее «Здоровая Москва» заявил, что бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова оснастят портативными УЗИ-аппаратами с функцией дистанционной передачи данных. В режиме пилотного проекта аппаратами оснастят 200 бригад. Результаты диагностики будут загружаться на облачное хранилище, что позволит специалистам в короткие сроки получить информацию и предоставить бригаде скорой помощи заключение. Также оснастить УЗИ аппаратами с функцией дистанционной передачи результатов планируются общепрофильные и реанимационные бригады скорой. Николай Плавунов отметил, что в ближайший год планируется дальнейшее обновление оборудования станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. На этом все. Следите за новостями жизни столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!